В администрации прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели 10 вопросов. Главной темой стал проект муниципального бюджета на 2020 год. Доходы казны запланированы в размере 12 миллиардов 77 миллионов рублей. Все средства направят на реализацию 17 муниципальных программ. Контрольно-счетных органов, субъектов российских. Что касается состава этих программ, ну, я в целом скажу, что у нас все учреждения, подведомственные городскому округу Люберцы, а также все активы, которые учтены либо в казне, либо в оперативном управлении данных учреждений, обеспечены нормативным финансированием. Среди самых значимых событий, запланированных на 2020 год, благоустройство Малаховского озера, строительство двух детских садов, ремонт более 400 подъездов. Продолжится реализация программы «Городская среда». В порядок приведут 65 дворов округа. Реновация ждет парк Лапса и территорию у Дома офицеров. Работы профинансирует Московская область. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.